блуждал во тьме, когда я тебя нашел. Но я поверил в тебя. Я избавил тебя от страха. Указал тебе путь. Ты был моим лучшим учеником. И сейчас ты должен быть рядом со мной, спасать мир. У меня есть свое место. Между тобой и жителями Готэма. Никому не спасти Готэм. Когда лес слишком разрастается, очищающий пожар совершенно неизбежен. Завтра пораженный ужасом мир увидит самоуничтожение величайшего города. Возвращение к гармонии никому не удастся остановить. Вы раньше на Готэм нападали? Разумеется. За многие века наше оружие стало намного совершеннее. В Готэме мы испытали новое — экономику. Но некоторых жителей Готэма мы недооценили. Я имею в виду твоих родителей. Их убил тот, кому они пытались помочь. Спровоцируй голод, и каждый станет преступником. Их гибель гальванизировала город, и с тех пор Готэм медленно умирал. Сейчас мы довершим начатое. На этот раз нам не помешают заблудшие идеалисты. Как и отец, ты не обладаешь мужеством сделать все необходимое. Чтобы отстоять подлинную справедливость, нужно подойти к человеку со спины и нанести удар в сердце. Я тебя остановлю. Ты так и не научился смотреть по сторонам. Справедливость — это равновесие. Ты сжег мой дом, бросил меня умирать. Теперь мы квиты. Не должен уйти. Ясно? Все сбежали? Сколько из палат особого режима? Все до одного. Насильники, убийцы. Пусть поднимут мосты. Никого не выпускать с острова. Я подниму мосты, когда сюда прибудут отряды спецназа, чтобы отловить оказавшихся на свободе маньяков-убийц. Идем! Надеюсь, ты не из бригады пожарных. Мистер Уэйн! Мистер Уэйн! Какой смысл каждый день отжиматься, если вы не можете поднять бревно? Чем мечтал отец. Наследие Уэйнов не только кирпичи и доски, сэр. Я хотел спасти Готэм. Я проиграл. Зачем люди падают? Чтобы научиться потом подниматься, сэр. Ты не разоверился во мне? Нисколько.